Малышу Бэйбэ исполнилось 4 месяца, а значит, пришло время впервые показать его журналистам. В Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне этого момента ждали долго. Панда – вымирающий вид, поэтому каждая панда в мире важна. И эти первые несколько месяцев ее жизни, они такие хрупкие и ценные. В 4 месяца панда уже сильная, она растет, имеет иммунитет. Мы рады за нее и хотим поделиться этим с общественностью. Малыш родился в августе у панды Мэйсян. Эти медведи появляются на свет совсем крохотными и полностью зависимыми от матери. Бэй-Бэй уже третий детеныш этой самки, которому удалось выжить. Сейчас он весит 8 килограммов. Он где-то на 2 килограмма тяжелее, чем его сестра была в его возрасте. Так что он определенно мишка гораздо крупнее. И развивается он намного быстрее, чем его старшая сестра. Перед объективами телекамер мишка кажется немного смущенным, но сотрудники зоопарка говорят, что обычно он совсем не паинька. Бэй-Бэй – непоседливый мальчишка. Он проводит много времени вне логова. Такое ощущение, что он стремится натворить как можно больше хулиганских дел. Большие панды водятся в Китае. Эти животные размножаются с большим трудом, особенно в неволе. В дикой природе сейчас осталось около 1600 панд. В различных зоопарках мира – 300. Широкой публике Бэй-Бэй обещают показать через месяц, 16 января следующего года.